Любители спорта за время пандемии соскучились по массовым мероприятиям и заполнили трибуны Ледового дворца «Арктика». Поводом к этому стал товарищеский матч между видновским «Металлургом» и сборной командой «Легенд хоккея». Для нас всех это событие, которое, ну, наверное, с детства каждый из ребят, который занимается хоккеем, ну, только мог бы мечтать о таком, выйти на лед с игроками такого уровня. Перед началом игры символическое вбрасывание шайбы провел почетный гость матча, президент мотобольного «Металлурга» Валерий Нефантьев. Это сейчас люди играют люди моего поколения. И их на льду я, к сожалению, вот так вот, вот чтобы ни разу на хоккейном матче не было, а сейчас просто их увидеть и уж руку пожать, это, по-моему, только можно об этом мечтать. Поэтому огромное им спасибо, что они откликнулись, приехали, и надеюсь, что это будет не последний раз. В составе команды соперников «Металлурга» – олимпийские чемпионы, чемпионы мира и обладатели кубков международных соревнований. Для нас матч является естественным праздником, так как мы приезжаем в город, и в этом городе Видном рады нас видеть. И, соответственно, мы выходим с противником. Я думаю, будет хорошая команда, будет хорошая игра. Соответственно, будем радовать зрителей. Матч посетило много юных хоккеистов, которые занимаются на катке Ледового дворца «Арктика». С интересом они наблюдали за игрой старших товарищей и перенимали их опыт. Наглядное пособие. Ну, как в школе, по учебникам учат. Не на удаленке, а именно на смотреть, как раньше играли, какая техника, какое катание. Они многому учатся в этом. Сама игра проходила с преимуществом то одной, то другой команды. Сначала вперед вышли ветераны хоккея. Забросив несколько шайб, они немного сбавили обороты, и уже в атаку пошли видновские спортсмены. Зрители поддерживали участников поединка. Матч интересный, потому что играют легенды, это практически мои ровесники. И все имена хоккеистов, которые здесь известны, я их помню, и помнит вся наша страна. Хоккей интересный сам по себе, что это мероприятие, которое показывает, что история нашего хоккея не кончается, передают опыт молодежи. Я сегодня пришла на хоккей поболеть за друга. Я очень люблю эти мероприятия, часто сюда приезжаю. Мне нравится здесь. Обе команды показали, на что способны, а главное, болельщики остались довольны. Завершился матч, как это часто бывает в дружеских встречах, в ничью со счетом 7-7. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.